Всем здорово, анекдотец. Значит, Китай накрыл коронавирус. Лазареты переполнены, люди мрут как мухи. Никакой панацеи от этой напасти нет. Тут в подпольных лабораториях один китаец-химик-вирусолог разработал панацею. Все, значит, прибегает в правительство с ампулой. Смотрите, смотрите, сделал! Значит, берут одного подопытного, вкалывают ему это лекарство. Тот, бац, прямо на глазах ожил. Все, говорят, красавчик, мы обеспечим тебя всем необходимым. Ты давай целыми цистернами, значит, делай лекарства. Я бы с радостью, да вот в чем заковыка. Самый главный ингредиент этой панацеи – это обезьяньи яйца. И чтобы сделать бочку этого лекарства, нужно 1 000 000 обезьяньих яиц. А где ж мы в Китае? Возьмем 1 000 000 обезьяньих яиц. Ну, те, значит, репу почесали. Что ж делать, что ж делать? Тут один китаец говорит, я знаю выход. В России есть 2 мудака. Петька и Василий Иванович. Им все под силу. Давайте дадим им денег, и пусть они достанут нам 1 000 000 обезьяньих яиц. Вызывают, значит, 2 этих мудаков. Значит, перед комиссией китайской предстали 2 хмыря, стоят пьяные. В противогазах. Им, значит, объясняют суть дела. Так и так. Мы отправляем вас в Африку. Вы должны достать 1 000 000 обезьяньих яиц. Понятно суть дела? Не вопрос, легко. Что вам для этого требуется? Собачка-жучка. Ну и цистерна спирта. Будет сделано. Все, значит, отправили их туда. Через неделю приходит первая партия. 500 тысяч обезьяньих яиц. Все, значит, полбочки вакцины наварили, людям впрыснули, люди оживают на глазах. Коронавирус уходит. Но надо еще 500 тысяч. Тут один китаец говорит, я не знаю, как эти русские способны за такие короткие сроки достать 1 000 000 обезьяньих яиц. Надо бы комиссию туда отослать и посмотреть, как они это делают. А потом уже воспользоваться этой технологией. Ну все, значит, снарядили китайскую комиссию. Прилетают те в Африку. По джунглям пробираются. Вот она картина. В гамаке пьяный валяется Василий Иванович. Цистерна спирта наполовину пуста. Рядом валяется пьяный Петька. И собачка бегает. Юзом. Тоже пьяная. Тут китайцы будят Василия Ивановича. Слышь, ты, мужик, в гамаке, очнись. Тот, чё, о, узкие, вы что ли? Вы как тут, чё, Здравствуйте, мы хотели бы узнать технологию. Как так вы достаете обезьяньи яйца? Да не вопрос. Петька! Петька раз просыпается. Да, Василий Иванович? Показывай. Петька, значит, ковш спирта на дерево. Взобрался по ветке к обезьяне. Подкрадывается. На нее обезьяна окосела, с дерева упала. Жучка подбегает, яйца отгрызает, тащит Василий Иванович. Василий Иванович берет яйца и закидывает их в чан сзади себя. У китайцев ботва всколосилась от такой технологии. И тут один китаец из тех, что в школе били, такой активист, говорит, подождите, подождите, так дело не пойдет. Платим мы, значит, всем, работает только один и собачка. А этот, значит, лежит себе в гамаке и попивает спиртягу. Тут Василий Иванович в горестных чувствах, что его обидели, подрывается из гамака. Слушай, ты узкий, это я-то не работаю. Да я, чтоб ты знал, здесь слежу за техникой безопасности. Китайцы, это как? Покажите. Тот, Петька, показывай. Петька раз опять в цистерне, ковш спирта, вылокал опять на дерево. Забрался, подкрадывается по ветке горилле здоровенной. Дыхнул на нее, та окосела, да не до конца. Как даст Петьке? Петька с дерева валится и орет. Василий Иванович, жучку держи! Ставь лайкосик, подписывайся.